Доброе утро, друзья. Вот я и вышла с отдыха. Но это был, конечно, не отдых. Может быть, когда-нибудь я вам расскажу, где я была, что делала. Но пока так. Вообще, вы знаете, когда смотрят блогеров и начинают люди судить жизнь блогеров по 15-минутным видео, мне становится смешно. Потому что... Ну вот смотрите, я даже своим близким друзьям не рассказываю, наверное, не знаю, 30%, что со мной происходит. И вы думаете, что я на камеру буду рассказывать всю свою жизнь? Да нет, конечно, ни я и никакой другой блогер вам не расскажет и не покажет все то, как и у него есть на самом деле, чем он занимается, что он делает, что у него происходит. Блогеры показывают лишь только то, что они хотят показать. На самом деле за камерой все происходит совсем по-другому. Я не открываю там какую-то Америку или раскрываю какие-то секреты. Но это действительно на самом деле. Вы сами себя даже подумайте. Неужели вы все своим друзьям рассказываете, родственникам? Вот. И вы думаете, что обычные незнакомые вам люди будут вам на камеру раскрывать душу и рассказывать, что как у них есть? Да нет, конечно же. Поэтому я снимаю... как говорится, то, что хочу снимать, то, что считаю нужным, то, что хочу показать. Вот, и все. И поэтому, когда, если начнете там писать, ой, да вот твоя жизнь там, типа пожрать, посрать и сходить на пляж, вы в этом глубоко ошибаетесь, потому что за 15 минут вы увидите только пожрать, посрать и сходить на море, все. Даже те, знаете, рассказы, которые многие блогеры рассказывают, там типа из жизни своих друзей, родственников, все это ложь, все это сказки выдуманные. Это знаете, как кино. Есть режиссер, который режиссирует, сценарист, который пишет сценарий, так и все другие, остальные блогеры, которые делают сценарий, и идут, у некоторых блогеров, вот у меня некоторых блогеров смотрю, у них там рассказ за рассказом, жизненные истории каждый день. Но неужели вы верите, что это действительно в его жизни это так происходит? Нет, конечно, он сидит, выдумывает, фантазия огромная, и все потом это вам рассказывает. Как рассказ. Некоторые пишут книги, а некоторые вот делают видео таким вот образом. Это неплохо, нехорошо. Вот, Чарли дела поделал. Это просто развлечение народа. Знаете, вот нравится кино снимать людям. Они снимают кино и показывают. Также нравится людям снимать влоги. Они снимают это и показывают. Но это не реальная стопроцентная жизнь, поверьте мне. Ладно, раскрыли секреты. Ну, конечно, все это знают. Люди же не глупые, наверное. Не знаю. Просто некоторые пишут там, вот твоя жизнь такая-такая. Судя по 15, или там твои знакомые такие-такие. 15 минут посмотрели, и все, уже определили, какие мои знакомые. Тут жизнь живешь. И у меня подруга была, 10 лет с ней дружила. И я ее знать не знала, какая она на самом деле. Представляете? А люди по 15-минутным видео судят, какая кто, у кого жизнь. Но это правда действительно очень странно. Ну так вот рассказала вам немного. И что? Ну, мои рассуждения сегодня. Вот тоже смотрела сейчас видео, там рассказы. Она одну женщину вышла, у нее прям рассказ за рассказ, все жизненное. Ну, мне так смешно стало. Ну, правильно, почему бы? Я послушала, мне это, знаете, как аудиокнига, да, какая-то. Это же тоже выдумка. Или фильмы мы смотрим, это же тоже фантазия. Но мы же смотрим, правильно? Вот. Скандалы даже у самого этого Самвела. Ну, неужели люди думают, что он действительно на самом деле такой? Да нет, конечно, не поверю. На камере мы все одни, а за камерой мы другие. То, что хотим показать, то и показываем. У каждого свой, как говорится, персонаж. Я показываю свою жизнь, да, свою жизнь с положительной стороны. Но у меня есть и отрицательные стороны. У меня есть... Вы думаете, что там все хорошо и красиво? Нет. Все есть, все бывает. И с мужем ругаемся так, что чуть ли не разводиться идем. И собака бесит, и клиентов хочется послать куда подальше. Конечно же, все, как говорится, бывает. И на работу неохота ходить. Но я включаю камеру,
нацепляю улыбку на лицо и иду украшать мир. Сейчас я, конечно... Так, кстати, я сегодня красивая. Я обожаю это платье, я бы его каждый день носила, но у меня много другой одежды, которую тоже нужно носить. Я даже вот эти сережки сменила, где он там есть. В общем, сегодня пойду. Хотела съездить в Неваду, потом опять передумала. Ой, кстати, а маска куда я дела? Потом передумала с этим вирусом, с этим не знаю что. Пойду у себя... Ой, блин, у меня что, хлеб на губах, что ли? Пойду у себя похожу, куда собака делась. Чарли! У меня такой позывной, звать его. Куда он убежал-то? А, вот он. Просто боюсь там дорогу. Ты где был? Ты где был, собака моя? Вот, пойду по центру прогуляюсь, одежду. Нижнее белье мужу куплю. Зайду в Примор. У меня парчи кончились на морду лица. Может быть, кремик какой-нибудь поищу. Ну и так, вам покажу, поснимаю, прогуляемся, в общем, как вы на это смотрите. Вообще, что вы думаете про тоже, про блогерство? Пишите в своих комментариях, верите? Верите или не верите? Это как, знаете, был Ералаш такой, фокусник на сцене, там фокусы показывает, а мальчик сидит, не верю. Вот, и в конце он его в кого-то там превратил, и он все равно не верил. Знаете, это мне такая ситуация тоже напоминает про вирус. А вот люди такие, не верю. Знаете, кругом уже родственники, все больные, а он все равно не верю. Пока, наверное, сам не заболеет. И все равно, наверное, скажет, не верю, это грипп. Вот, о, как я вам все рассказала и про грипп, и про все. Ладно, пойдем. Что-то обуви. Ищу мужу обувь. Что-то ничего не нравится. Пойду сейчас себе краску куплю для волос. Вернее, обесцвечивающий порошок. Здесь продают чай, кофе. Вкусняцкий. На развес. Смотрите, какие зонтики. Может, парфюм зайду. Купила себе партию. Сейчас вам дома покажу, что за партия под глаза. Под глаза, на глаза. Тут какой-то атлет. Атлет. Я задыхаюсь от нежности. Уже на осень куртки достали. Сумочки красивые. Я больная по сумкам. Сумок много не бывает. У меня их очень много. Это прям моя болезнь. Так, ладно, пойду вот сюда, куплю себе краску. Все купила. Теперь, знаете, ни разу не прохожу, как говорится. Вот сегодня я не зашла ни в один магазин одежды, потому что, ну, всего навалом. Но в Страдивариус я всегда захожу. Это мой, не знаю, фаворит, наверное. Не знаю, почему. Мне нравится там одежда. Так, посмотрим. Здесь тоже, помню, что-то было. Какая-то обувь. Доспоруна. Зачем мне доспор? Что-то совсем беда. Беда бедой.
такие сандалии мужу купила. Обычные такие на лето, знаете. Сейчас коричневые есть, а я вот зимние такие вот. Ну, удобные. Главное, что ему обувь, главное, что была удобная. Вот. Ну, мне кажется, симпатичные. Такие, как бы, как полуспортивные, что ли. Вот, а еще и со скидкой мне вышли по 28 евро. Представляете, как здорово. Вот. У него на размер всего больше моей ноги, поэтому я всегда вот так меряю сама. Если мне чуть большевато, значит годится. И вот здесь купила патчи. И вот обесцвечивающий порошок. Сейчас посмотрим, что за патчи. Это корейские, было написано. Вот. Вернее, в корейском отделе. 10 евро стоит. Вы знаете, я всегда с Китая заказываю. Там 8 или 7 евро. То есть ждать целый месяц за 2 евро как-то мне не очень хотелось. Такие золотые. Что-то жидкости совсем немного. Ну ладно. А, ну так написано же золотые. Для дураков, что ли. Здесь какой-то это противоморщин. Сейчас. Вот в Приморье привычка клеить вот эти вот ценники. Прям вот, где по-испански написано. Клеить его, где вот там, вот на этом языке. Нет, они клеят, где... Чтобы, наверное, не читали или что, я не пойму. В общем, здесь это... Как их, караколь-то? Слюньки. Слюни этих. Господи, ну как их? Улитки. Вот, еле вспомнила. Ну, вообще... В общем, на 20-25 минут... Не надо поднимать. Наверное, хотели сказать, не надо смывать. Вот. Но я всегда смываю все патчи, потому что они какие-то потом липкие становятся. И храню я их в холодильнике. В общем, тут сколько... А сколько же здесь штук-то? Интересно. Что-то даже не посмотрела, сколько здесь штук. Ну ладно, сколько будет, столько и будет. Что теперь? Много! Много! Пойду в холодильник поставлю, потому что я сегодня последний израсходовала. У меня здесь дрожжи. Я когда уходила, положила дрожжи, чтобы они размораживались. Сейчас буду хлеб месить. Ну, месить, громко сказано. Он будет месить. И буду хлеб тостовый делать. Закончился тостовый хлеб. Вот. И да, рецепт пошла смотреть. Сейчас полью свои орхидеи. Ну, как полью? Поставлю в воду, я уже вот приготовила воду. И просто туда на пару часиков их отправлю. Вот так. И заодно отрежу вот эти вот штуки, они уже отцвели. Отцвели уж давно вот эти. Вот. Отрежу их не по самой не хочу, а вот где начинают заколочки. Трикс. Ой, куда я вас поставила смотреть? У нас, видите, опять ветер. Не по самой их хочу, а вот так вот. Ой. А тут еще заколочка была. Ну вот все улетело нафиг. Везде. Улетела. Вот эти вытащу, они нафиг не нужны. Я танцую, двигаю тело. Ой, ой. Я думаю, что еще мне пригодятся эти палочки. Они же у меня еще будут цвести, правильно? Так, время засекаем у нас. Без 15 час время. Заколочки прячем. Палочки тоже. А остальное выбрасываем. Да, Чарли? Машу тебе со рту. Ладно, все нормально. Все нормально. И все, теперь у меня вот такие обычные листы. Так, время-то я вам сказала, а сама-то не запомнила. Без 10. Ну, в общем, час, в 3 часа я вытащу. Ну, 3, пол третьего и отправлю туда вторую. Все,
это будет тухло. Раз в две недели делаю. У нас влажность, знаете, 70 градусов. Большая влажность ночью. Вот, поэтому... А сейчас даже не знаю. Сейчас пойдемте посмотрим, что у нас там за влажность. У меня сегодня стирка, уборка. Я тут, видите, постель меняю. 41 град, 41% влажности. Видите? Это у меня моя бабулечка стоит, наблюдает за мной. Шкаф, как всегда, открыт. Проветривается. Хлеб поставила. Уже поставила. Как скажу. Сам поставился. Пойдемте посмотрим, что там у него с ним. О, уже в два раза подошел. Пусть. Он прям нагревает. И быстро подходит. Пошло минут 10, наверное. И все, вот такие вот дела. Блин, орхидеи будут собирать. По всей квартире расплескались. Полила эту орхидею. И вы знаете, что-то мне не нравились ее корни. И я пошла ее... Посмотрела, а там корни все почти гнилые были. Там есть пару корней такие вот, знаете, более хорошие. Но буквально, я не знаю, листья хорошие. Вот это лидлское, видите? Корни там, пару корней, может быть, разрастется. Вот что-то как-то никак. Листья хорошие, а вот корни все гнилые были. Не знаю, сейчас почитаю в интернете. Зайчики какие холёсенькие. А почему ты говоришь, что это папа? А может, мама? Может, и мама фиг его знает. Там убежала большая зайчиха, крольчиха или кто там. Я говорю, мама. Ой, все, распугали. Малюсенькие такие, холёсенькие. Смотрите, что значит погода не очень. Ну, сегодня было не такие, когда мы с тобой здесь. А потому что уже тут это, ну все, сбавлю. Он сегодня третий день же, по-моему, да? Говорят же, по значит, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Значит, еще завтра будет. У нас обычно говорят 3, 6, потом, вот, по 3 дня, короче. Пойду воду попробую. В пятницу был первый день. В четверг я была на пляже. Последний день как раз. Думаю, чтобы это насладиться. Но мне сегодня одна продавщица такая болтушка попалась. Говорит, вода. Ох, бляха, муха, ледяная, она была права. Такой шум. О, холодильник. Кидай. Иди пока. Бин. Бин аки. Бин аки рака. Бин аки рака. Боис. Села монтировать. Два дня не монтировала. Соскучилась. Вот. Так что пошла я. И буду отдыхать. Отдыхать. В ютубчике посижу. Всего вам самого лучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.